Тихая моя родина. Так, друзья, давайте посмотрим, что нам пишут. Здравствуйте, дорогие Валерий Константинович, Антон Валерьевич и все садоводы. Я в курсе всех вебинаров и всегда с вами. Если не здесь, то на Ютубе. Самое главное, здоровья вам всем. У нас в Екатеринбурге нет дождя около 2 месяцев. Такого не было за всю мою 67-летнюю жизнь. А за мою 70-летнюю жизнь не было такого, что, как я вам пожаловался месяц назад, что дожди идут, так они до сих пор идут. И точное повторение позапрошлого года. И у меня, уважаемый Александр, у вас одни проблемы. Вот то, что у вас было 2 месяца без дождей, мы это проходили. Это сравниваем. Это была так называемая, она даже получила название, солнечная Хакасия. Мой отец в свое время говорил гордо, у нас солнечных дней больше, чем, то ли он говорил Сочи, то ли Крым, но, в общем, больше, чем там солнечных дней. Но эти солнечные дни означали сплошную засуху. Я это проходил. Вот. Все горело, буквально горело. И при этом не боялись этого абрикоса. Груши не боялись. Яблоки были, но только они, видимо, уж совсем не добирали как-то. Молодые особенно. Корневые ветки, они вот так вот 1-2 метра, а дальше не идут. А у нас все основано благодаря мне. То есть у нас это, ну, громко сказано, у нас практически никто не выращивает из семян. То, что поступает со стороны, они могут, они тоже не семян, но там палки вот тут в землю бросают корнями, это все гибнет. Дальше не гибнут, но мы берем себе корневые отводки прямо из тайги. Страдали они от засухи, страдали. Не могли добраться до того слоя, где вода. Но, тем не менее, только что яблоки были мельче. И мы прекрасно приспособились к этим морозы, а зимой морозы. Вот. И мы как-то приспособились, и у нас редкий год, когда, чтобы абрикосы такого не было, вообще, чтобы их не было, а только бывало побольше и поменьше. Вот. А теперь у вас, а все ваши дожди, они теперь тут у меня. А как? Считалось раньше, что к нам дождь не может попасть. У нас Саянский город нас закрывает, не пропускает. И смотришь, действительно, тучи куда-то идут, всю Сибирь заливает, а мы сидим тут, вот, на солнышке греемся. Вот. А сейчас нас заливает, а что будет дальше, я не знаю. Позапрошлый год выдержали до конца, парфюм покрылись, это учеба есть учеба, поэтому извините, что я разговаривался. У нас покрылись, и об этом всего лишь 1-2 года назад вы эти все видели, те же вебинары. Вы же в курсе всех вебинаров, сами пишете. Помните, там я говорил об этом. И фотографии были. К осени, к зиме не выдержали, покрылись паршой, яблони, груши. Не все. И не смертельно. Абрикосы так ни на одной паршинке не было вообще. Меня это до сих пор шокирует. Это главная сенсация. Не такие уж они несчастные, не такие уж они слабые. Прошлый год получше было, по суше. Хотя тоже дождей хватало. А нам хорошо, поливать не надо, ура. А то замучишься тоже морковку. А в этом году вот все, дожди. Что будет дальше? Выдержит абрикосы или нет? Вот это меня волнует. Я хочу пойти на такой уж мировой рекорд, что вот опять ни одной это, грибачка. Чтобы мне голову не морочили. Что где абрикосы, там грибы. Ну, в общем, я как мог ответил, я вам сочувствую. Но у вас, по крайней мере, около 2 месяцев нет дождей, зато абрикосы песни поют, и яблони, груши. Они, если нормально, я не зря про сеянцев говорил. Вот, корень уходит туда поглубже. У них нет проблем с засухой вообще. Они так от природы устроены. Они не боятся засухи. Хоть вообще ни разу в год не поливать. Вы знаете, что я в это, я же гордо говорил, последние там 5-10 лет, я сейчас даже своей-то памятью. Я вообще ни разу не поливал взрослых. Вообще, даже и мыслях нет. Были засухи, не поливал. Лют дождей, тем более не поливал. Вот. И получается, что да, что-то страшное творится,
потому что жаловались эти уральцы, там страшно, до 35, еще была тогда жара, когда еще, казалось бы, весна, еще только снег должен был таять, а там уже жара была дикая. Вот. Вы правильно пишете, 67 лет, и вдруг такое. Дальше будет страшнее. Вот я к чему клоню. Для того, что раз страшнее, значит, мы с вами, вот смотрите, нас тут участников 25. Ну, а это меняется. Выдержать третий час не каждый может. Наверное, было больше. Обычно так, 40, 50, 70, а там они исчезают. И вот их 25. А как, чтобы вот до этих сильных мира все дошло? Простая вещь. Сейчас железо утверждает. Еще надеюсь, что вы все мои сторонники утверждаете, что или вся страна возвращается к сеянцевым подвоям, к сеянцевым деревьям, хотя бы нижняя часть, или у нас никогда садов не будет, их и сейчас нет ни хрена. Это идет одна лапша там, помните, привезли этого медведя в одном случае, Путина в другом. Чем они их угощали? Стыд, позор. И вот получается это. А еще эти болезни чертовы связаны с тем, что технология подразумевает калечить деревья. Какая-то западня для всего садоводства. А тут вот, ну, ясно уже, что идут дожди. Так, значит, нужно, чтобы акцент делал на деревьях, которые дожди эти терпят. Да, процветают. Это сливы, это вишни, это яблони. Дикая засуха. А не боится ее ни абрикосы, ни груши. Ну не боятся. Это всегда надо учитывать. И подвои соответствующие. А откуда подвои должны быть? А там, где всегда это было, есть и будет. Дальний Восток. Помните? Уссурийская груша. Помните? Китайская слива. Маньчжурский абрикос. Помните? Сибирская яблоня. Считается, их родина даже не здесь. Многие подозревают, что когда-то их тут не было. Забайкалье и Дальний Восток. Все оттуда. Богатство дикое. Оно нам надо. Когда-то Мичурин взял, а он имел власть такую, знаете как, ну, неофициально, да, его назначили академиком. Заметьте, речь, его назначили академиком. Он не стал академиком. Он не баллотировался. За его авторитет его взяли и назначили, потому что уровень садовода-любителя, часовых дел мастера, вот тех самых академиков. Это их уровень. А даже выше. И вот он взял и дал телеграмму в Уссурийский край, так вот, а раньше назывался Уссурийский край. По-моему, Благовещенск давал. Ну, неважно, ну, давал. Собрать семена со всех 20 гектаров, чуть не сказал слово элитного, сада эндемика грушевого, Уссурийского. Уже после этого, когда он наверняка получил эти семена, у него была власть, как у президента Академии наук. Это все должно было разойтись по всей России, хотя бы по всей Европе. Где оно? Где груши? Прорядить крону, чтобы сгнило все, и тут же сгнивает. Это все на моих глазах, я проходил все это. Нам сейчас нужно, нам сейчас нужно, нам сейчас нужно сеянцевые деревья. Не было у нас никогда дождей, сейчас сдохнем, деревья могут, а может и сдохнут за несколько лет мой сад. А вас наоборот. А мы не готовы. Вот такой спич.